11 июня в Свердловской области бесследно исчез самолет Ан-2. На борту находились пилот и 12 пассажиров. Их ищут уже 4 месяца, но судьба самолета и людей до сих пор неизвестна. Спасатели обследовали больше 200 тысяч квадратных километров, исследовали озера и ущелья, но никаких следов самолета не обнаружили. Эксперты полагают, что пассажиры Ан-2 могли стать жертвой местной аномалии – Уральского Бермудского треугольника. За последние 10 лет в Мировом океане исчезли при загадочных обстоятельствах более 1000 кораблей. По официальным данным, только в России с 2008 года пропали без вести и не были найдены более 200 тысяч человек. Исследователи считают, что многие из этих людей исчезли в так называемых пространственно-временных дырах. Что происходит со всеми этими пропавшими без следа людьми, кораблями, самолетами и даже поездами? Где искать их следы? И сколько на самом деле на нашей планете Бермудских треугольников? В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Пассажиров этого рейса не могут найти уже 4 месяца. Почему его не было в расписании, а люди словно спешили на тот свет? 4 месяца самолет ищет, бесследно исчез. Уральский радиолюбитель поймал сигнал исчезнувшего самолета. О чем просили пропавшие без вести? Голоса, которые просят помощи. То есть люди те существуют, но они в другом пространстве находятся. Гора мертвецов требует новых жертв. Кто убивает экспедиции в Уральских горах? Что-то их травмировало до такой степени, что они потеряли жизнь. Эти корабли никогда не вернутся на берег. Кто отправил их в вечное плавание? Корабли могут исчезать в так называемых временных провалах, в коридорах времени. Куда идет поезд-призрак из московского метрополитена? Поезд как бы нечеткий, он расплывался. Сенсационные свидетельства очевидцев, побывавших в параллельном измерении. Ощущение такое, будто меня накачали наркотиками. Билет в один конец. Здравствуйте, я Анна Чапман. И сегодня мы расследуем одно из самых таинственных явлений нашей жизни. 11 июня 2012 года около 10 вечера в маленьком аэропорту города Серова 12 человек садились в самолет Ан-2. Их поведение в тот момент показалось странным смотрителю аэродрома. Они словно опаздывали куда-то. Кто-то садился в самолет в пляжных сланцах, другие примчались к вылету на такси. Одна девушка появилась в бальном платье прямо с вечеринки. Все они почему-то оставили на земле мобильные телефоны. Этого рейса не было в расписании, а пилот не получал одобрения на вылет. С тех пор ни самолета, ни пассажиров никто никогда не видел. За поисками пропавшего в Свердловской области Ан-2 следит весь мир. Самая распространенная версия состоит в том, что из аэропорта города Серова вылетела не вполне трезвая компания чиновников и родственников высокопоставленных лиц городской администрации. Они якобы заплатили пилоту Ан-2 за несанкционированный вылет и отправились на авиапрогулку. На самолете Ан-2 до сих пор идет система уведомительных полетов, то есть... Там нет радиолокационного, опять же, контроля. И часто, увы, и в советское время, и сейчас, вылеты бывают самопроизвольные. То есть об этих вылетах никто не знает. Съемочная группа программы «Тайны мира» провела собственное расследование. Мы получили сенсационные результаты. Ни один из пассажиров Ан-2 в тот день не собирался лететь на самолете. Молодожены Антон и Юлия Сафоновы недавно вернулись из свадебного путешествия. В тот вечер, 11 июня, они были в гостях у родителей. Про авиапрогулку не сказали ни слова. Отец Антона Андрей Сафонов утверждает, в этом роковом полете было много странных обстоятельств.
Мне ведь он ничего не сказал. У меня 11-го увез вечером на рыбалку. Слова не сказал, что собираются куда-то, не собираются, ничего. Все, отвез, поехал, все. Утром хотел за мной 12-го приехать. Все с концами. Я ему звоню, не отвечает телефон. На борту пропавшего самолета оказались брат с сестрой Оксана и Максим Маевские. Оксана работала парикмахером, Максим – инспектором ГИБДД. Их мама Лариса Маевская вспоминает, в тот день, 11 июня, дочь звонила ей. Говорила, что вечер проведет в ресторане с друзьями. Оксана была с молодым своим человеком, вот Максимом Глинских. Они после боулинга встретились, видимо, с братом. И решили вместе время провести. О том, что они с братом собираются куда-то вылетать, девушка не упоминала. Более того, Оксана панически боялась летать на самолетах. Улетела вот в одном сарафане. То есть однозначно она должна... Ей завтра нужно было идти на работу. И Максу Глинских тоже на работу. Наталья Шат не может объяснить, почему ее сын вдруг отправился на эту прогулку. Молодой человек лежал в постели с высокой температурой. Но после загадочного телефонного звонка он за несколько минут собрался и уехал в аэропорт. Версия о том, что, значит, это были... пьяные покатушки, она не находит подтверждение чисто по техническим причинам. Мой сын находился дома 11 июня 2012 года. У него была высокая температура, он целый день провел в постели. В 21 час 40 минут ему кто-то позвонил на мобильный телефон. Он встал, оделся, взял телефон, повешал на шею. Жене сказал, что до аэродрома и обратно. Расследуя это странное дело, наши корреспонденты нашли единственного пассажира, который не успел на смертельный рейс. Сергей Фролов впервые рассказывает о том, как его пригласили в путешествие на тот свет. В тот вечер Сергею тоже позвонили. Друг неожиданно предложил полетать на самолете. Якобы его тоже пригласили знакомые, которые хотели весело провести время в воздухе. Сергей должен был стать 13-м участником этой таинственной прогулки. Не желаешь прокатиться на самолете? Указал вам в первую очередь марку самолета. Это я отчетливо помню. Почему? Потому что Ан-2 для меня в то время ничего это не означало. Потом он уже уточнил, что это кукурузник. Сергею такая идея показалась сомнительной. Самолет – странная компания, подозрительная срочность. Он отказался. Я не знал, кто будет на данном самолете, сколько людей летит. Ан-2 взлетел без предупреждения наземных служб и больше не выходил на связь. Для того, чтобы найти пропавший самолет, были мобилизованы отряды МЧС и волонтеры. За первые 3 месяца поисков они обследовали весь возможный маршрут самолета. Почти 200 тысяч квадратных километров. Это в 2 раза больше, чем территория Португалии. Злополучный кукурузник словно растворился в воздухе. Родители пассажиров пропавшего рейса предположили, самолет мог быть случайно сбит снарядом одной из воинских частей. У нас, между прочим, ведь наш Серов, вот опросите, весь Северный КУС опросите, да вам из 10-9 человек, так скажут, что причастны военные к исчезновению самолета. Ну, сами поймите, 4 месяца самолет ищет, бесследно исчез. Вот. И мистика, или военный... Есть версия, что 13 человек в самолете направились к самой мистической вершине Урала, так называемой «Горе мертвецов». Это место находится в 250 километрах от города Серов и издревле известно шаманам народов Ханты и Манси. Легенда гласит, что здесь мир живых соприкасается с миром мертвых. Сотни людей, рискнувших подняться на запретную скалу, пропали без вести. В начале прошлого века у подножия горы мертвецов нашли изуродованные тела 9 охотников Манси. Тайны их гибели до сих пор не раскрыта. Все это запретные территории. На них, как правило, не охотятся на этих территориях. Почему? Вся местность принадлежит духу хозяину тайги или духу хозяина этой горы. Эксперты придумали этому месту особое название – Уральский треугольник. В 1961 году на Северном Урале пропал точно такой же самолет Ан-2 с 7 пассажирами на борту.
Разбившийся самолет обнаружили на поляне в лесу без всяких следов экипажа. Метрах в 100 был найден выгоревший круг неизвестного происхождения диаметром 30 метров. В архивах Росавиации есть сведения о самолетах, которые бесследно исчезали в районе горы Мертвецов. На нашей планете находятся некие зоны, которые до сих пор человечество, ученых, исследователей ставят в тупик. Так называемые аномальные зоны, которые являются виновниками неких явлений, как, к примеру, исчезновение самолетов, там, людей, ну, различных объектов. В ходе поисковых операций спасатели натолкнулись на обломки сразу двух воздушных судов – вертолета Ми-8 и самолета Ан-2, но не того. Что же случилось с этими экипажами? Мы тут наблюдали, еще другие были происшествия самолета. Все, даже перевернулся вот недавно самолет, остались все живы. Другой самолет на Камчатке тоже приземлился, люди, несколько человек тоже живы. А почему нашего самолета нигде нет, это тоже очень странно. И знаете, вот чувство, что у нас дети погибли, у нас вот нет таких чувств. Спасатели, которые искали пропавших людей, выявили странную особенность этого места. Здесь отключаются электронные приборы и перестает работать компас. У народа Манси это место называется Холат-Чахль. Чахль – вершина. Холат же переводится как мумифицированный, покрытый мхом труп. Она совершенно мертвая гора. Там не растет никакое деревце, никаких крупных кустов нет. Вот. И поэтому она гора мертвецов, гора стариков. Сейчас охотничьи и кочевые пути Манси обходят гору стороной. Ведь она абсолютно безжизненна. Ни растительности, ни зверья. Появляются в этих местах лишь туристы. И, как говорят шаманы, совершенно зря. Эти места не для прогулок. Издревле сюда приходили только посвященные, чтобы проводить особые могущественные ритуалы. И очень многие святые места, которые существуют сейчас в Сибири, они, как шаманы говорят, они не кормленные давно, потому что они требуют подношения, они голодные. Спасатели обследовали гору мертвецов, но поиски не принесли результата. Могла ли аномальная зона, которая не один десяток лет ждет жертвоприношений, попросту поглотить злополучный самолет? Что было 1000 лет назад на этом месте? Ну, никто же не знает. Вот проложен эшелон. Они думают, что под крылом самолета у них тайга. А под крылом самолета может быть все что угодно. Древнее капище, которое там периодически просыпается, как вулкан. И начинает излучать некие эманации. И те, кто попадает в радиус действия вот этих эманаций, теряют свою волю. Родственники пропавших пассажиров Ан-2 не теряют надежду. Они верят, их близкие живы. Мне снится следующий сон буквально в июле. То есть он мне опять снится, он такой поправившийся, здоровый. И я говорю: сынок, так вы где были-то? Мы же вас ищем. А он говорит: мы сейчас далеко, вы нас не видите. И как будто я вижу гору и лес, вот, ну то есть там кедры, вот что-то такое высокое. И как будто хвост вертолета. То есть это был вот сон мой. У меня уже такие мысли есть, что вот 11 июня будущего года в 11 часов поеду их встречать на аэродром. Понимаете, уже где-то без ремней попали. Вот так, такое уже вот лезет в голову. Исследователи считают, что пропавший Ан-2 – новое звено в цепи таинственных происшествий вокруг горы мертвецов. Через Холат-Чахль зимой 1959 года был проложен маршрут печально известной группы лыжников из турклуба Уральского политехнического института с Игорем Дятловым во главе. Тайна гибели группы до сих пор не раскрыта, а злополучный хребет с тех пор так и прозвали – Перевал Дятлова. Смотрите далее. Тайны их гибели до сих пор не раскрыта. Кто убивал советских туристов в Уральских горах? Они молодые, они сильные, они опытные. Что с ними может случиться? Ученые всего мира не могут раскрыть тайну этого места. Эти точки считаются для у населения некими или священными, или наоборот, запретными зонами. Бермудский треугольник в России. Почему на Урале пропадают люди?
Любой движущийся объект может попасть в эту хрональную дыру. И самолет, и теплоход, и подводная лодка. Эта фотография обошла весь мир. Растерянные поисковики, присев на корточки, с недоумением рассматривают палатку. В феврале 1959 года на Урале погибла группа туристов из 9 человек. За полвека никто из специалистов не смог объяснить, что же произошло с опытными путешественниками в этих горах. Спасатели нашли разорванную в клочья палатку, а вокруг лагеря изуродованные тела участников экспедиции. Судебно-медицинское исследование трупа. Вот, смотрите, язык в полости рта отсутствует. Эксперты терялись в догадках. На некоторых телах были обнаружены незначительные ранения, но внутренние органы как будто провернули через мясорубку. Сила эта необъяснимая, потому что мы не знаем действительно, какая это была сила. Вот. Но что-то им противостояло, что-то не пускало их, что-то их травмировало до такой степени, что они потеряли жизнь. Следствию удалось установить, что туристы выскочили из палатки, не взяв даже теплой одежды, а значит, обрекли себя на верную смерть от холода. Однако, по-видимому, то, с чем они столкнулись на горе, было куда страшнее. Резидент фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич долгие годы по крупицам собирает информацию о погибших туристах. Первых пятерых нашли почти без травм. По крайней мере, этим травмам не придали никакого значения. А вот следующие четыре человека, найденные уже через 2,5 месяца, где-то в начале мая, когда уже начали таять снега в горах, вот, они дали такую информацию, от которой, значит, было неловко даже самим следователям. Следователи обнаружили чудовищный факт. Люди погибли не сразу. 3 тела нашли у палатки. 2 полураздетых туристов примерно в километре от лагеря. Эксперты установили, что один...
Сообщения о старинном поезде «Призраки», следующем без расписаний, с зашторенными окнами, стали приходить со всех концов бывшего СССР. Его видели сначала на Украине, потом в 1994 году в Сибири и Белоруссии. Смотрите далее. Как возникают природные машины времени? Существуют некие черные дыры, способствующие в определенное время аккумулировать, включать некие вот зоны на нашей планете. Что общего у столичного метро и большого адронного коллайдера? Почему в час пик время в подземке искривляется? Естественно, когда энергия идет по кольцу, она очень сильная. Поезда-призраки. Почему исчезнувший в Италии состав через 100 лет увидели на Украине? Машинисты поездов видели в своем туннеле поезд-призрак. В июне 1992 года на железнодорожном переезде под Севастополем в Крыму путевая обходчица Елена Чебрец стала свидетельницей странного явления. По закрытому на ремонт пути мчался поезд. Локомотив и три вагона были явно старинными и, похоже, импортного производства. Состав двигался бесшумно, но в кабине машиниста никого не было, а окна вагонов были плотно зашторены. Исследователь и журналист Николай Черкашин провел собственное расследование, изучая феномен поезда-призрака. В последний раз таинственный поезд видели в Полтаве. Мы выезжали под Полтаву, как раз на тот участок железных дорог, на котором периодически отмечался поезд-призрак. Николай Черкашин пообщался с очевидцами таинственного явления. Невероятно, но все они описывали поезд-призрак одинаково. Совпадали даже мельчайшие детали. Машинисты поездов, которые вводят свои составы под Ла-Маншем, английские, видели в своем туннеле поезд-призрак и даже применили экстренное торможение. В 1911 году в Риме итальянские газеты вышли с сенсационными заголовками. Поезд, выехавший с римского вокзала, бесследно исчез в горах Ломбардии. Это была экскурсия для итальянской знати. 106 человек разместились в вагонах первого класса. Когда поезд въехал в тоннель, его внезапно окутал зеленый туман. Всего два человека, поддавшись внезапному импульсу, на ходу выпрыгнули из поезда. Позже они расскажут следователям. На их глазах весь состав словно провалился в туман. Исследователь Николай Черкашин уверен, таинственный состав, который видели на Украине, это на самом деле пропавший в 1911 году в Италии поезд. Два выживших пассажира пропавшего поезда позже дали показания в полиции. Казалось, будет грандиозный скандал. Бесследно исчезли 104 человека. Причем большая часть из них довольно известные в Риме граждане. Однако после недолгих поисков и осмотра злополучного тоннеля полиция засекретила странное дело. А сам тоннель власти решили засыпать и провести дорогу другим путем. Исследователи считают, что поезд попал в червоточину времени. Вот уже более 100 лет со всего мира приходит сообщение о поезде-призраке, который путешествует вне расписаний. В середине 20 века он промчался через французский город Пер-де-Норд. Его видели на севере Германии, в Нидерландах, Португалии и даже на острове Корсика, который вообще не имеет железнодорожного сообщения с материком. В 1980-х годах он не раз появлялся на железных дорогах Московской области. Действительно, люди не знали друг друга и описывают эти события и поезд с одинаковой точностью. Здесь можно вот выдвинуть такую версию, что они видят вполне вероятно поезд, который попал между параллельными мирами. Пассажиры нашлись, но значительно раньше, чем они пропали. В 1840 году, причем в Мексике. Именно тогда 104 растерянных итальянца появились в столице этой страны, уверяя, что прибыли из Европы на поезде. В прессе того времени эта история нашла отражение в виде ряда статей на тему массового помешательства.
Исследователи полагают, что итальянский поезд – лишь один из многих объектов, потерявшихся во времени и пространстве. Вполне вероятно, что пассажирам, путешествующим в этом поезде, прогулка не кажется слишком долгой. Время для них течет в ином измерении. Исследователь Андрей Рогов говорит, это состояние можно описать с помощью простой тригонометрической модели – ленты Мёбиуса. Эта лента показывает, как пространство может искажаться для участника и наблюдателя события. В момент исчезновения человека или какого-то транспортного средства, или какого-то предмета происходит следующее. Возьмем для примера полоску. Она имеет с двух сторон две плоскости. Если эту полоску взять вот таким образом, перевернуть и склеить, то можно попасть с одной стороны на другую полоски, не протыкая ее. Вот таким образом происходит эффект исчезновения и людей, и предметов. В 1945 году в Китае из Гуаньду в Шанхай выехал поезд, в котором находились 487 пассажиров. В Шанхай он так и не прибыл, а высланный на его поиски истребитель, пролетев всю дорогу, не нашел даже намека на какую-нибудь катастрофу. Корабли и поезда-призраки имеют давние мифологические корни. Считается, что именно на них души грешников переправляются на тот свет. А встреча с таким объектом – признак близкой беды. Свой поезд-призрак есть и в московском метро. Очевидцы говорят, что он появляется исключительно на кольцевой линии с периодичностью примерно раз в месяц. Тигер Виктор Иванов не верит в призраков, но однажды собственными глазами видел этот таинственный поезд. Мы идем, слышим шум приближающего поезда. Мы думаем, все, конец. Теперь ждать, пока он не выйдет, там же тупик в конце. Мы спрятались. Он, приезжает. Света нет, только слышен звук моторов. Виктор Иванов говорит, все происходило в одном из заброшенных тоннелей кольцевой линии московского метро. Исследователи подземелий решили посмотреть, что за странный поезд поехал по тупиковому маршруту. Они точно знали, этот путь упирается в глухую стену. Но там, где закончились рельсы, никакого поезда не обнаружилось. Дошли до конца туннеля. Ничего. Там тупик. Поезда нет. Вот как это понимать? Поезд-призрак очевидцы описывают так. Старый состав метрополитена, в котором едут пассажиры, одетые в рабочую форму прошлого века. Мало того, в поезде есть кондуктор. Это примета еще довоенного метрополитена. Исследователи считают, что появление поезда-призрака в метро связано с самой формой кольцевой линии. Сотни тысяч людей ежедневно проезжают по огромному кругу. А это мощная энергия, которая сама по себе способна создавать искажение пространства-времени. К тому же притягивает к себе природные порталы, червоточины времени. Анна Ажажа считает, эффект можно сравнить с большим адронным коллайдером, в котором частицы также движутся по кругу. Естественно, когда энергия идет по кольцу, она очень сильная, потому что, допустим, те фотоны, из которых вот стоит эта энергия, они разгоняются по кольцу до скорости выше света. Еще одно доказательство невероятной теории искажения пространства и времени – рассказ певицы Ляли Рублевой. Однажды она тоже видела в московском метро поезд-призрак и даже чуть было не села в него на станции Краснопресненская. Поезд как бы нечеткий, Певица разглядела и пассажиров этого поезда. В вагонах сидели люди с изможденными лицами в рабочей одежде. Глаза рабочих были абсолютно безжизненными. Люди смотрели прямо перед собой, но как будто не видели друг друга. А сам поезд двигался абсолютно бесшумно. Когда я смогла двигаться, мне было страшно подойти к краю платформы. И вот этот страх у меня сохранился до сегодняшнего дня. Потому что, когда я жду поезд, я вот отхожу как можно дальше от платформы. Вот здесь вот на середине стою, жду поезда, то когда он непосредственно открыл дверь, тогда я к нему приближаюсь.
Этот поезд постоянные пассажиры московского метро время от времени встречают уже больше 50 лет. Легенда гласит, что состав «Призрак» везет людей, погибших при строительстве метрополитена. По всей видимости, кольцевая линия действительно может провоцировать искривление времени и пространства. Но можем ли мы научиться использовать этот странный механизм перемещения между мирами? Вот видите, здесь время располагается слоями, точнее кольцами. Каждое кольцо – это год, год, год. Это очень важно для того, чтобы попытаться понять природу времени, потому что и время, видимо, тоже имеет вот такую слоистую структуру. Смотрите далее. Корабли без капитанов. Кто управляет летучими голландцами в новом веке? Ни одного человека нет, все исчезли. Непонятно, куда подевались. Как в древнем китайском захоронении оказались современные часы? Хотелось какой-то предмет, когда его очистили, оказалось швейцарские часы. Сенсационные свидетельства очевидцев, побывавших в параллельном измерении. Не было солнца, не было людей тут. Серый какой-то сумрак. Летом 2007 года власти Австралии обнаружили у Большого барьерного рифа 12-метровую яхту, на которой не было никаких признаков жизни. Когда береговая охрана поднялась на борт, в каюте стоял еще теплый кофе, работал телевизор и был заведен двигатель. Однако ни одного человека команды на борту не было. Все люди просто исчезли. Спасатели выяснили, катамаран покинул порт Эрли-Бич 15 апреля того же года с тремя членами команды на борту. Спасательное оборудование и личные вещи оказались на своих местах. Но люди просто исчезли. Поиски экипажа яхты КАЗ-2 продолжались около недели и не принесли никаких результатов. Буквально за год до этого аналогичный случай произошел в Средиземном море. Судно «Бел Амика» было обнаружено дрейфующим у берегов Сардинии. В кают-компании был накрыт ужин, и снова ни одного человека на борту. Что самое парадоксальное, что еда, которая находилась на камбузе, она либо теплая, ну, как будто свежеприготовленная. Вот как бы тоже загадка. А с другой стороны, может быть, она не свежеприготовленная, просто данный объект находился в каком-то пограничной зоне между мирами, к примеру. Первые упоминания о корабле без команды относятся к 15 веку. Сотни летучих голландцев и сегодня бороздят океан, уверен бывший подводник Николай Черкашин. Экипажи этих кораблей просто исчезли, не оставив записей в бортовых журналах. Корабли могут исчезать в так называемых временных провалах, в коридорах времени, во всевозможных вот черных дырах этого времени. Экипаж высаживался на вот такое брошенное судно, и людей поражало то, что вроде бы ни пробоин, ни следов пожара, а ни одного человека нет, все исчезли, непонятно куда подевались. В мировом океане существуют десятки аномальных зон, в которых происходит искривление времени и пространства. Это все-таки больше планета-океан, чем планета Земля. И никто, наверное, всерьез не изучал течение времени в районе огромных водных масс. Уж если сверхплотные вещества искривляют течение времени, влияют на его ход, то тем более должны влиять такие гигантские массы воды, как мировой океан. Исследователи называют их природными машинами времени. Аномальные зоны связаны с мощными энергиями, будь то огромные массы воды в океане, залежи рудных металлов в горах или даже потоки миллионов людей в мегаполисах. Они выводят из равновесия привычный ход вещей и создают точку искривления времени. Время в этих точках аномальных соединений одного между другим, оно может замедляться или наоборот ускоряться. Или иногда просто провалы во времени. То есть время стоит, и человек, вокруг человека остается просто поле, черное поле, вокруг ничего не видит. Это может быть какое-то мгновение быть, и вдруг он может перенестись совершенно в другой мир, в другое измерение даже. Но, как правило, эти люди назад не возвращаются. Мы не можем их спросить,
как, что там было. Нашей программе удалось найти человека, который побывал в искривленном временном пространстве и вернулся обратно. Житель города Волжский Михаил Оболтин вспоминает этот день как страшный сон. Ничего не предвещало. Странного. Я зашел в этот магазин. Был я не больше 20 минут. Я вышел с этого магазина. Не было солнца. Не было людей тут. Вот. Был такой серый какой-то сумрак. Ощущение такое, будто меня накачали наркотиками. Переступив порог магазина и выйдя на улицу, мужчина обратил внимание, что знакомый в деталях перекресток возле магазина изменился. Насчет параллельных миров я раньше читал много. Я сразу пришел к выводу, что я оказался каким-то образом в параллельном мире. Вот. Перейти эту улицу я не решился, потому что идти туда дальше в неизведанное, вот, было страшно. Мужчина вспоминает, что почувствовал приступ паники. Привычный и родной город выглядел совсем иначе. Появился этот трамвай, который вместо того, чтобы пойти по кругу вокруг этой площади и уйти туда, он пошел прямо по улице Энгельса, на которой нет никаких трамвайных путей у нас. Он пошел, я видел его задние красные огни. Он ушел туда. Я, видимо, зашел в портал, открытый портал, то есть вход этот. В этот мир. Михаил говорит, что в параллельной реальности город был укрыт зеленым туманом. Он выскочил из него внезапно. Туман просто исчез, и вокруг возникли привычные улицы. Наручные часы путешественника отмеряли всего несколько минут, но оказалось, что в нашей реальности его не было больше 5 часов. Исследователи говорят, для параллельного пространства это вполне нормальное смещение во времени. Это так же, как перейти из одной квартиры в другую, или там перейти на одного класса в другую, или перейти на другую сторону улицы, там то же самое. Во Франции в 20 веке супружеская пара гуляла по парку, и жена буквально на 2 метра отошла от мужа и исчезла. Муж бродил, искал ее, и через 2 часа она появилась на том же самом месте и рассказала, что она, оказывается, 2 недели жила в каком-то средневековом городе во Франции. Вот, совершенно хорошо себя чувствовала. Каждый год в мире исчезают сотни людей. Исследователи аномальных явлений уверены, пропавших без вести стоит искать в ином измерении. Исчезали целые полки. Например, английский полк исчез в Турции. Полк вошел в туман и не вышел. И до сих пор он не найден. Многие исследователи уверены, вступать в контакт с представителями параллельных миров очень рискованно. Что ожидает человека по ту сторону света, неизвестно. Над нами стоит высокоразвитая цивилизация, которая искусственно создала нашу реальность как виртуальную и управляет. То есть, опять же, это никто не исчезает просто так. Если, но в этом надо разбираться, конечно. Здесь нужны специальные службы безопасности, полиция, которая должна заниматься только этим – исчезновением людей и вычислением, где они могут появиться. В 2008 году в провинции Гуанаси в Китае археологи нашли 400-летнюю гробницу. Ее вскрывали под наблюдением местных властей и журналистов. И каково было их удивление, когда среди найденных предметов оказались часы-перстень, сделанные в 20 веке. Причем очень престижной фирмой. Когда начали счищать гроб, откололась часть от него, земля счищать начали, и покатился какой-то предмет. Когда его очистили, оказалось, швейцарские часы, маленькие совсем. Вот, каким образом они там оказались, неизвестно. Как швейцарские часы оказались в захоронениях того времени, когда и самой Швейцарии не существовало как государство? Мало того, радиоуглеродный анализ показал, часы из 20 века состарились вместе с захоронением. То есть их не могли подбросить в гробницу ни в 20-м, ни в предыдущих веках. На них стояла подпись Швейцария, стоял номер серийный. Ну, каким образом они очутились в слоях на поверхности этой гробницы? Смотрите далее.
Каждый год сотни людей попадают в иное измерение. Есть ли выход из параллельного мира? Люди те существуют, но они в другом пространстве находятся. Огненные шары и голые скалы. Что хотят сказать пришельцы из иного измерения? Некоторые исследователи считают, что это и есть признаки искривления пространства. В начале сентября 2012 года радиолюбитель из Свердловской области поймал странный сигнал. Люди передавали в эфир сигнал бедствия, говорили о том, что несколько человек умерли, а вокруг голодные медведи. Из координат удалось разобрать лишь слово «революция». Радиолюбитель сделал аудиозапись этого разговора и передал поисковой группе пропавшего Ан-2. Эта запись была сделана при помощи встроенного в мобильный телефон радиоприемника. Радиолюбитель, который смог поймать этот сигнал, предложил собственную версию расшифровки данного сообщения. Его система предназначена для переговоров с такими же энтузиастами по всей стране. Но в тот день Валентин Дегтярев вдруг поймал сообщение на волне, которую никто не использует. Она начиналась с сигнала, который передают все погибающие корабли и самолеты. 3.3. Он предположил, что сигнал СОС приходит с пропавшего Ан-2 и включил запись. Запись от 4 сентября. Конец двум милиционерам. Если вы не придете, нас сожрут медведи. Почему никто не откликается? Расшифровка записи от 5 сентября. Двигатель по дороге потек. Совершил вынужденную посадку. Совхоз революции. Родственники пропавших пассажиров Ан-2 передали эту запись спасателям. Поисковые группы обыскивали все заброшенные поселки, в названии которых могло быть слово «революция». Однако никаких следов самолета в поселках не обнаружили. Возможно, пропавшие люди говорят с нами из другого измерения, где действительно есть деревни с такими названиями. Голоса, которые просят помощи. То есть люди те существуют, но они в другом пространстве находятся. Эксперты не исключают и более трагичную версию. Самолет послал сигнал бедствия на границе двух миров. Радиосообщение отразилось от барьера параллельных измерений и теперь блуждает во времени. Самое интересное, говорят специалисты, в том, что его могли принять еще до вылета злополучного самолета. И даже через сотни лет кто-то может поймать сигнал бедствия Ан-2. Такова особенность сообщения между параллельными мирами. Тут много версий, которые можно, как говорится, объединить в одну цепочку, а потом разбираться. Может быть, это что-то похоже на белый шум уже, как реверс. Сообщение, которое было, может, отослано, его действительно там аномальная зона. И это сообщение, вполне вероятно, может там бесконечно ходить в этой зоне, как мячик пинг-понга. Исследователи считают, что если сообщение действительно прошло через искривленное пространство аномальной зоны, смысл и значение этих радиосигналов расшифровать почти невозможно. При переходе из одного пространства в другое сигнал искажается до неузнаваемости. Какие-то фрагменты речи можно расшифровать, обработав вот спектрографом там вот этот вот сигнал белого шума на разных частотах, прослушав при разной скорости воспроизведения. Как правило, с помощью белого шума или ЭГФ, или феномена электронных голосов, исследуется мир умерших людей, загробный мир, что духи могут иногда принести через вот радиодиапазон. Для ученых давно не секрет, что наш мир не единственный. И речь даже не о других планетах, на которых есть разумная жизнь. Физики считают, что существуют тысячи вариантов самой Земли. Эти реальности никогда не пересекаются, поэтому их и называют параллельными. Бывают случаи, когда люди могут появиться за 1000 километров. В это же в наше время, но на огромном расстоянии, на другом континенте. Таких случаев очень много. Бывает, что человек может попасть в прошлое или в будущее. В нашем мире мы лишь изредка встречаем странные проявления параллельной вселенной. Для нас это загадочные явления, наподобие огненных шаров, необычных летающих объектов и тайги, выжженной на площади в 1000 квадратных километров после падения метеорита.
Но совсем рядом живут существа, для которых такие феномены – вполне привычная реальность. И как видят наш мир эти сущности – очень большой вопрос. Ведь они, как и мы, наверняка ищут путь в наш мир, который для них является параллельным. Зеленый туман и сильные радиопомехи. Эти обстоятельства так или иначе присутствуют во всех историях бесследного исчезновения поездов, самолетов и кораблей. Некоторые исследователи считают, что это и есть признаки искривления пространства. Точки, в которых люди могут исчезнуть без следа. С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть.